Здравствуйте. Перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней «Попури» на индийский кинофильм «Танцор диско», ну где он еще там маленький, со своим дядей, был обвинен в воровстве, когда зашел выступить на чужую территорию богатого человека, ну и так далее, и тому подобное. В общем, мне этот жанр индийского, так сказать, ну, музыки, песен, ну, как бы близок. И немножко добавив от себя, я, значит, сделал, ну, что-то наподобие такого. Ну, примерно. Все бы хорошо было, если жизнь бы была вся того наполнена счастьем, словно когда до краев налитого полного некого бокала вина. Вот бы жизнь, наверное, настала бы, я уверен, точно тогда. О, Боже мой, Всевышний наш, поможи и подскажи, как сделать нам, чтоб жизнь цвела. Дай сигнал, ну дай сигнал. О, Боже мой, Вышний наш, не гневись и не сердись за то, что мы упертые все как один, ну как один. Может быть, услышит нас Боже нашу мольбу, и когда услышит, поможет. О, как я жду, и ответ отдаст и укажет, что делать нам, чтобы жизнь наполнилась счастьем. Вот тогда бы жизнь задалась. О, Боже мой, Всевышний наш, поможи и подскажи, как сделать нам, чтоб жизнь цвела. Дай сигнал, ну дай сигнал. О, Боже мой, Всевышний наш, не гневись и не сердись за то, что мы уперты все как один, ну как один. Ту-ду-ту-ду-ту.